Друзья, всем привет, с возвращением или добро пожаловать на канал DD Players 813. С вами, как всегда, Данил и моя жена Даша. И мы сегодня продолжаем прохождение сюжетки Call of Duty Black Ops Cold War. Именно так. И согласно первым эпизодам, мы вышли на след некого агента Персея, который, скорее всего, представляет большую угрозу для Запада, а может быть даже и мира. Потом, благодаря созданному нами профилю агента Белл, мы устроили этакой вьетнамский флешбэк, и благодаря этому мы нашли документ, в котором фигурировало имя Антон Волков. Собственно говоря, на этого человека Персея мы сейчас будем с Дашкой выходить. Ну, точнее, конкретно будет выходить Дашка. Угу. Я буду молчать. Она будет просить меня: спойлерни что-нибудь. Не-не-не-не-не-не, никаких спойлеров. Задание «Кирпич в стене». Кстати, у тебя открылось два дополнительных задания. Вот желтыми булавками обозначены. Да. Это дополнительное? Да. Короче, прикол в чем? Их можно пройти, но если пройти их прям полностью на весь объем, там нужно решить пару загадок. Даже загадки? Да. Офигеть. Скажем так. Ну, давай, наверное, начнем просто со следующего задания. Начинаем операцию. Кстати, тут могут находиться всякие улики на этих вот эпизодах, где можно, которые помогут тебе в дальнейшем выполнить это второстепенное задание. Серьезно? Серьезно. И как я пойму, что это та самая улика? Увидишь. А вот и наша рыбка. Франц Крауш. По данным МИ-6, это один из связных Волкова. У них назначена встреча завтра ночью. Мы попадем в Восточный Берлин через метро. На закрытой станции к западу от стены есть нужная точка входа. Берлин? Да. Восточный Берлин. Ну, Берлинская стена в курсе? Ну. Ну вот. Как раз. Время вот этой Берлинской стены. Кирпич в стене. Стена над нами. Мы в Восточном Берлине. Готовься. Готовься. Нет. А, да. Отсылочка на плейлист прохождения оригинальной Black Ops. Действовать надо тихо. Я так не знала, что ты это скажешь! Что зачем? Ну блин, а! А-а-а, нет! Простите, пожалуйста. Симушка. Лазарь, Адлер, Паркуш. Все, короче. Все в сборе. Мы с тобой прыгаем. Парк, Лазарь. Вы едете дальше. Мы вдвоем ищем Краунса. Так, поезд замедляется. Начали. Все, поехали! Ой, при таком приземлении на шпалы, конечно, это жесть. Так, заброшенные станции патрулируют полиция ГДР. Впереди патруль. Можно укрыться от него за поездом. Давай, под поезд еще прыгни, да? Так, не буду дурные идеи советовать, но тебе нафиг. Движение на платформе. Че надо? Мочи его нафиг! Спалил на тебя. Ой, блин. Ребят, мы просто в прошлый раз Хейла играли. Если Дашка визжит, у нее пока на подсознании потоп из Хейла воспринимается, так что не бойтесь. Ну и к чему тебе уже трупы нести? Все, ты всех уже положила. Ой, Сэм Фишер отдыхает. В
вместе с Солидом Снейком. Эй, черт, что происходит? Я работаю в метро. Разрешите показать документы? Запретная зона. Да, к нему. Стоп, стоп, стоп! Давай. Огонь. Все. Сумасшедшая. Ты что, реально хочешь кипиш устроить? Не надейся. Не случайно. Так, чё? Ну чё, сейчас сюда? За ним? Крал скоро пойдет через КПП. Идем на крышу. Парк, лазай, мы почти на месте. Принято. Давай. Чё не видно? Конечно, ничего не видно, тут света нет. Осторожно, прожектор. Так. Вот она, Берлинская стена. Да уж, они знают толк в охране. Здесь, короче, проволока, пулеметы, минные поля, все как положено. Офигеть. Все, давай за Адлер. Вот туда наверх залез. Блин, как он залез-то так быстро? Он не ты. Ну спасибо. На. Люблю тебя. Камер? Да. Сейчас надо следить за этим крейнером. Нужно найти этого Франца Крауса. Прям нашла его. Да? Это он? Фоткай. Отлично, это он. Это Краус. Так я думал, ты запомнил лицо из заставки, которое усатое. А давай. Тут плохо понятно. И? Он уже спустился. Где он? В Караганде. Пересек стену. Что у тебя? Мы с Лазарем ждем вас в точке эвакуации. Понял. Сообщают, что Краус и Волков встретятся в баре через дорогу. Иди найди там связную Хадсон. У нее синий зонтик. Серьезно? Серьезно? Тебе нужно в бар. Главное, к этим ментам-то не лезь. Ты видишь, какой у них тут кипиш творится? Тебе нужна связная, у нее синий зонтик. О, кажется, вижу. Угу. Вишу эндоси из гешарта. Краус за столиком за моим правым плечом. Добрый вечер, чего изволите? Каролина Руайс, пожалуйста. Связь есть, слышно хорошо. Теперь ждем Волкова. Я не знаю подробностей. Вроде вам нужен Волков. Сколько времени Волков проводит в Берлине? Что вам известно о том курьере? Сегодня на улицах много полиции. Кто же его знает? Разве что он сам. Но, полагаю, вряд ли больше. Что вам известно о том курьере? Краус был в штазе, пусть его миловидная внешность вас не обманывает. Это убийца. Угу. Моего информатора взяли при случайной проверке в двух порталах отсюда. Теперь Штази перевернут тут все. Попрошу вас об услуге. Под пытками он быстро сломается. Надо его спасти или убрать. Его держат здесь. Вычитаю тебя теперь вторичное задание. Да. Спасти или ликвидировать информатора. Ну, если его найдешь, конечно же. Внимание, кажется, входит Волков.
проблема. Пошли твой агент в штате. Быстро уходи. Серьезно? Да. Идите в туалет. Я их задержу. Все, давай в туалет быстро. Группа, новый план. Че? Я понял, все правильно. Смогу. Я тебе еще леща дам, еще чем-то куда-то. Встречайтесь с Лазарем и парк без меня. Тебе еще камера не нужна. Пока что. Пистолетом ходить? Угу. Тебя больше отмычкой пользоваться. Сейчас, сейчас стиком крути до тех пор, пока этот... Вот, вот тут, видишь, что оно когда... Так. Как бы крутишь, и когда оно так усилено... Вот. Даже объяснять не пришлось, сама разобралась. Осторожнее, Белл. Тут повсюду штази. Что мне теперь с этими штази? Либо мочить, либо обходить. Думай сама. Ну капец, меткий стрелок. Все в порядке, ты гражданский. На твоем месте я бы присел. Ты куда мне? Вон ту освещенную дверь, это тебе не нужна. Как все дела? Будь осторожнее, у нас и так. С помощью камеры можешь появиться по памяти противника. Это кто? Кто-кто? Штази, полиция. А зачем их помечать? Ну, чтобы тебе было, в принципе, проще этот. Понять, где противник. Вон там один идет. Вон там один. Вон, в гараже. Просмотр текущих целей. Что у тебя тут есть? Вижу. Так, две отметки. Информатор, вон, прямо если пойдешь, найдешь информатор. Я проходим, лучше закрой дверь за собой. Потом я тебе еще спалить не могу. Все, закрыла. Парк, что у тебя? Я в магазине напротив квартиры Крауса. Он только что вернулся. Что у тебя? Штази прочесывает район. Присядь. Пришлось затаиться. Найду вас, как будет поспокойнее. Чем мы с ним делаем? Белл, срочно ищи парк и Лазаря. Пристрели, грохни в рукопашную, что хочешь делать? Или дождись, пока он обойдет. Затащи его сюда, грохни здесь. Даша, твоя вариация действий полностью. Чего? Я забыла, как это сделать. Правый стик либо нажать, либо удерживать. Проще пристрели его нафиг. Так, во. Все, уведи его нафиг отсюда. Отлично. Б ликвидировать. Все. Главное тут сейчас прикрой дверку, присядь и все нормально. Присядь и вскрывай. Две штуки. Вторую крути. Ага. Все, заходи. Заранее просмотри, сколько у нас тут контактов. Прошу. Раз, два. Я же говорил. Вы меня с кем-то спутали. Три. Ну что сказать? Почесалась? Ты. Я... Осмотри столы. Тебя ищут.
Нет, я просто говорю, что тебе тут что-то всякие улики попадаются. Ага. Ага. О, еще что-то. Угу. Нашла улики для операции Хаос. Угу. Операция Красный Цирк. Я просто следил за конспиративной квартирой КГБ. Я не знаю, как они меня нашли. Я делал все как положено. Типа стиль, рекомендую залечь на дом и с вами свяжемся. Выстрелил. Вы не оправдали нашего ожидания, доверия. Прощайте. Записка. Сколько вы уже работаете на КГБ? Вот записка, которую ты нашла. Что там было написано? Им нельзя верить. Вот тут, честно говоря, я вот... Ну-ка, спроси, это вы предупредили Волка? Не знаю, о чем вы говорите. Прошу, отпустите меня к детям. Я бы вольнул. Я вот тоже думаю. Что-то он... Не доверяю я ему. Не убивайте. Мочи. Я думаю, правильное решение. В шпионской работе это правильное решение. Ну а как еще? А вдруг он еще что-нибудь... Не то сделает. Кто знает. Все верно. Сейчас, проходя аккуратненько. В приседку. И так все. За ящик, все правильно. Все, немедленно проходим, быстрее. Теперь куда? Вот здесь. А, я уже рядом? Да. Все, пошустрее. На Волкова. Что еще скажи, и там придется тихо. Да. За что? Зачем ты так любишь надо мной издеваться? В смысле я? Я разработчик, что ли? Не я эту миссию создал. Минутку. Ты заставляешь проходить. В смысле я заставляю проходить? Ты сама решилась на это прохождение? Конечно. Слушай, если я что-то заставил, то Black Ops первая. И то, она тебе понравилась. И как я там? Через камеру смотри на него сперва. Не туда. Сидит, стоит. Ну что, Лазер? Волкову нужен чемоданчик Рауза. Повесим маячок. Он приведет нас к Волкову. Придется влезть в квартиру Крауса, не привлекая внимания его самого и его жены. Белл займется. Да? Серьезно? А почему ты не ты, Лазарь, а? Нет, не вот знаю. Твоя идея! Твоя! Ты следи за... Он не работает по принципу инициатива инициатора. Я его понимаю. Чудно. Сволочь он. Он слишком стар для этого дерьма. А ты еще молоденькая. Бегать еще умеешь? И как я сейчас против мимо этих пройду? Иди к воротам. Каким? Вот, вот этим, да. Вот, входит. Ну вот, используй этот момент. Белл, я видела, украл тетрадь. Попробую ее найти. Закройся! Белл, если тебя заметит Краус или его жена, это провал. Ч
как я понимаю, вперед мне не надо. Угу. Мне надо наверх. Если что, жену можно усыпить. Но сам Краус должен пойти навстречу. Звоню Краусу. Готовься входить. Опять? Что ты хотела? Ты в чужую хату врываешься, блин. Понятное дело, что тебе нужно вскрывать все замком. Фу, отмычкой. Отлично. Теперь ищи чемоданчик. Все, заходи. Так, тут спальня, тут чисто. Там жена говорит, можешь ее усыпить, можешь не усыплять. Послушайте, я точно знаю, что вашей подруги здесь нет. Либо она вас обманула, либо вы не... Наверх. Да-да. Стой! Назад. Не видела мой зонтик. Мне пора выходить. Видела, Франц. Он здесь, в гостиной. Я поставлю ты... его... Ты что? Помогите! Ты зачем к ней это пошла? Соседняя комната была. А я не знала, где она. Где она? В смысле, ты вот спускаешь его в соседнюю комнату, а она там, ты в нее целилась только что. Ой, короче, усыпи ее нафиг, пока она у телефона. А если не усыпляю? Пожалуйста, пробуй. Она не видела мой зонтик. Да тебя понесло! Кто вы? Только что сцена была. Куда тебя понесло? Куда тебя понесло? Отстань от меня! Это Call of Duty, тут все по скриптам идет. Ёлы-моталы. Алло? Извините, Фрей здесь не живет. Это бесполезно. Ну, нужно его, как говорится, сдернуть. Сюда. Послушайте, я точно знаю, что у вашей подруги здесь нет. Либо она вас... Ты ходишь как у себя дома, господи. Само собой, не так. Сделай что-нибудь. Зонтик. Мне пора выходить. Видела, Франц. Он здесь, в гостиной. Я поставлю его у двери. Мам, где мое одеяло? Еще 5 минут, Лен. Черт, про ребенка забыли. Ты что творишь? Кто? Франц, помоги! Да, ты не что могу творишь? Я пройти ее! Так ты запомнила все их действия, она идет к телефону, потом ты чуть-чуть карабкаешься по... Так, проходи мимо сейчас этой дурой, если ты не хочешь всуплять. Алло? Чуть-чуть зайди на лестницу, чуть-чуть, теперь назад. Не видела мой зонтик. Вот в ту комнату, которая за тобой. Все, присядь, подожди, пока она тут пройдет из этой комнаты туда. Я тебе даже помогаю, если ты не запоминаешь действия. Все, теперь на лестницу наверх. Так, проходим. Папа, это ты? Вот в это. Краус выходит из кабинета. Прячься. Так. Чисти зубы. Я уже скоро. Все, жди пока. Не попадайся на глаза Краусу. Все, можешь выходить. Ты что, шо? Да. Так, и вот ее кабинет направо. Я теряю Крауса каждый раз, когда он туда заходит. Посмотри, что там. Все, улику нашла. Так, инфракрасный фонарь. У тебя мало времени, ищи чемоданчик. Так. Ничего нет. Что? Води по кабинету. Ты направо еще тоже посмотри, там может тоже что-то есть. Я говорю направо, а не налево.
Добро пожаловать в сокровищницу. Я тебя не вижу. Что тут мне надо? Чемоданчик. А, точно. Классный шпион. Классный шпион. Белл, чемоданчик у тебя? Нахрен длится? Нахрен лица, нахрен брифинги, нафиг вообще все, само пойдет. Помогите! 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 Что-то пошло не так. А чё? Все в порядке, так и должно быть. Что произошло? Почему? Скрипт. Сценарное событие, вот что произошло. Ты позволил ей вломиться к тебе в квартиру? Я не знаю, откуда у нее материал, но я доставил ее к тебе. И это серьезно облегчит твою участь. Эта личность интересует Персея. Ты скажешь Персею, что это я ее поймал? А, наконец-то. Персей обещал награду за твою голову. Не посылай его уже. Почему? Не посылай. Почему? Не посылай. Ну почему? Потому что не посылай. Это не ответ, говори почему. Потому что будет хреново кому-то. Ладно. И чем же я мог привлечь ваше внимание? Персей платит мне кучу денег за вывоз его товаров из Европы. Думаю, он заплатит еще больше, если узнает, что я убил тебя. Хорошо, открою тебе тайну. Ты спасла вот эту девчонку? Да? Если бы ты бы его послала, он бы приказал ее прибить. Типа как демонстрация силы. Что такое? Вот и паркуш. А ты бери Волкова. Где он? Все. Берешь его живым или мертвым? Учитывая, что это ты, и что у тебя живым не получится, бери его мертвым. Только когда возродишься. Не пугайся, у Даши всегда паника при виде гранаты. Ты какие приемчики вспомнила? Я нажала, да что-то, оно так получилось. То есть серьезно, то есть ты просто что-то нажал? Да. Гениально. Я не шучу. Гений, мать его, Альна. Я хотела его ударить, забыла как ударить, но в итоге он меня схватил, я что-то там еще нажал, и он бомбу прицепил сюда. Гранату. Дашка, я тебе честно скажу, ты лошара. Блин, а как так? И что это сейчас было за введение прицелом? Это была я. Ой, елки-палки, вот как ты вроде играет нормально. В сетевую, в зомбей, а тут творим дичь. Я сейчас молчал про перезарядку. Правда, я молчал. Спасибо, что молчал. А не надо было молчать, не надо!
надо мне замолчать! И на трех врагов с 5 патронами. Блин, это база. Да что они все так любят передо мной бежать-то? Потому что не знаю, что... Заруби его нафиг! Потому что не знаю, что ты вряд ли кого там пристрелишь, мочи их нафиг. Че? Что ж, да ну нафиг. Наконец. Я почему-то думал, что ты на автомате его это жахнешь. Спасибо. Фигеть. Не по заслугам. Не, нужно же когда-нибудь тебя удивлять. Офигеть. Удивило? Удивило. Еще как. Сведения Волкова подтвердили наши опасения. В Восточном Берлине Персей получил атомную бомбу. Мы не можем быть уверены. Она у него, это точно. В документах Волкова мы нашли зашифрованные координаты. Безлюдная местность на территории Украинской ССР. Вот что обнаружил Блэкбёрд. Я хочу знать обо всем, что происходит в здании. Нужна помощь остальных. Я вызвал Вудса и Мейсона из Киева. Мейсонов? Белл, пойдешь туда с Вудсом. Мейс. Ты пойдешь туда с Вудсом. Мы с Мейсоном останемся ждать эвакуации. Так, с кем мы играли? Да, Мейсон тот, где, тот, кем ты играл. В бою действуйте на свое усмотрение. Пришло время... Ну ты конкретно пойдешь с Вудсом. Ну ладно. Итак, значит, как ты поняла, у Персея появилась ядрёна бомба. Но есть еще дополнительная информация вот на Украинской ССР в этом здании. Но это уже, я думаю, мы узнаем в следующем непосредственно эпизоде. Красный свет, зеленый. Красный свет, зеленый свет, да. Именно так он и называется. Но опять же, как я сказал, это в следующем эпизоде. Ребят, я надеюсь, вы были не слишком шокированы. Как у нас Дашка стелсует. Я лично шокирован. Пришлось помогать. Сами видели. Да? Ага. Нельзя тебя в разведку брать. Нельзя. Плохая ты подруга у Джеймса Бонда будешь. Так тебе это давным-давно надо было понять. Ну, сейчас я просто убеждаюсь. Ладно. Тем не менее, надеемся, видео вам понравилось. По традиции просим, поддержите наш канал. Лайком, комментариями. И подпиской. Обязательно. Ваша поддержка нам очень нужна. Ну, с вами был Данил. И Даша. Канал Data Players 813. Всем пока. Пока-пока.